27 января. Приехали на участок, на хозяйство на свое. Минус 4 у нас за бортом, срывается снежок. Сейчас немножко вам сниму, покажу, что у нас тут да как. Голубика наша. Сейчас пройду к ней. Это один участок. Вот так у нас зимует. Стоит родненький. То у нас клубничка вся спряталась практически под снегом. Сейчас зайдем в теплицу. Приехала сегодня, начну уже зачищать. О, ну тут прям тепло, хорошо. Ага, я там не выйду, там дверь закрыта. Ну, эту я в последнюю очередь, наверное, начну зачищать. Не в последнюю, но, скорее всего, с середины. Последними балаганами закончу. Что у нас тут с клубничками, с листиками? Ну, ничего. Капает с пленки конденсат. Вот она, моя помощница, соскучилась. Так, пойдем в следующий участок с голубикой посмотрим. Так, ну и здесь наша голубичка зимует. Это старые кусты, а это три ряда молоденьких. Все укрыто снежком, все в порядке. Так, ну начнем мы его вот с той, с большой теплицы. Начнем чистить ее. Вот этими балаганами завершим. О, еще кот какой-то. Там все флэр, все флэр. Самый лохматый. И вот это я все чистила. Перед зимой я вот здесь вот все вычищала. И пожалуйста. И опять все в траве. Ну, пойдем в большую теплицу посмотрим. Да. Ну, все, что буду собирать, траву, листья старые. У нас тут есть червячник. Все сносим сюда. Ну, наверное, сейчас я его распаковывать не буду. Это вот это у нас место здесь, вот в лесополосе. Под червячник у нас определено. Вот это вот отсюда и вот до сюда. Сюда мы навоз сложили соседский весь. И траву, листья старые, все сносим сюда, чтобы червячки нам все это дело перерабатывали. Вот червячки у нас тут старатели живут. Тут их... Ой, оно примерзло. Муж упаковал все на зиму. Тут соломы толстый слой, потом пленки, вот эти баннеры старые сверху. И какими-то деревягами он все это заложил. Ну, по весне потом раскроем. Я вам поподробнее это все покажу, если интересно будет. Это наши старые балаганчики. Двери все покосились. Ну, ничего, надо им последний год продержаться. Последний сезон. Так, фронт работы на сегодня. Фронт работы на сегодня. Убрать всю траву, которую никаким морозом ничем не берет, она цветет и здравствует и растет, как ни в чем не бывало. Убрать старый листик. Убрать старый листик. Так, я убираю вместе, чтобы ничего у меня не оставалось. Я это не обрезаю, я только выламываю. Это в идеале вычищать именно вот с этой ножкой, не оставлять ее. Если она будет оставаться у вас, она будет потом преть, гнить, и могут от нее появиться неприятности, если кустик не обработать. Вычищаю все я. Старое, некрасивое убираю. Стараюсь оставить вот такой кустик. Больше смысла нет его оставлять. Соответственно, убирается сорняк. Убирается вот с этой ножкой листик старый. Желтый, с пятнами, все вот это вот. Смотрим, какой нам еще не нравится. Вот это тоже старый, вот на нем даже пятна начинали появляться. Хотя вот это вот белое, это мы его обрабатывали. Все.
И вот таким образом все вычищаю. Работаю без секатора, только руками, чтобы чисто-чисто все убрать, чтобы ничего здесь не оставалось, чтобы вот здесь вот все чистенько было. Ну, соответственно, траву обязательно тоже мы все убираем. Вот эти вот листики. Я их, знаете как, я их не вверх тяну, а в сторону. Ой, оторвала так. Резко дернула. В сторону раскачиваю листик. И тогда он получается вот, если в сторону тянуть, то он хорошо ровненько выдирается. Если тянуть вверх, то, конечно, он вот здесь вот будет обрываться. И один листик без ножки будет уходить. А так хорошо. Флэр, он вообще хорошо чистится, удобно. Все в проходы сбрасываю, потом граблями все соберу. Вот так, в бок раз и все, и оно прекрасно все удаляется. Вот такие вот кустики буду оставлять. Сейчас из-под пленки тоже всю траву повытащу, потому что она туда вся уходит. Чтобы она потом у нас из-под пленки не вылазила. Ну все, ребятки, я продолжу уже без вас. Ребят, ну, обхожу, смотрю, что, конечно, такого снега, как на Кубани, у нас нет. Видите, как на теплице ничего нет, ничего не задерживается. Ну, муж там немножечко печку притопил. Вон дымок видно. Вот, ну, в любом случае, на балаганах вообще снега никакого нету. Ну, зима еще, конечно, не кончилась. Расслабляться еще рано. Ну, в любом случае, то, что вот у ребят на Кубани, и то, что у нас, это небо и земля. Вот, снега нет совсем. Балаганы чистые. И на большой теплице тоже ничего нет.